Самарцам в День России вручали трехцветные ленточки. Символ флага «Триколор» получали те, кто приехал отдохнуть на улицу Ленинградскую или на набережную. Всего добровольцы сегодня раздали 5000 ленточек. Лада Кельменова стала волонтером еще когда училась в школе. Студенткой продолжает делать добро, участвует во всех возможных форумах и слетах. В период пандемии с коллегами по Самарскому центру развития добровольчества помогает детским домам и домам престарелых. А в День России Лада раздает самарцам ленточки. Я родилась в этой стране, вот, и для меня это важно, поэтому я сегодня нахожусь на этой акции. Это патриотизм по большей части, чтобы люди смогли носить свой флаг у своего сердца, у себя на груди. Эта ленточка скорее как что-то для себя больше, то есть он может не обязательно это показывать именно на показ, он может это хранить у себя в кармане, в паспорте, рядом с записной книжкой, рядом с телефоном. Эта ленточка может лежать дома, может быть повязана на фотографию семьи как символ именно любимой и родной страны. Самарцы с удовольствием принимали подарок от волонтеров и прикрепляли трехцветную ленточку на грудь. Праздник. Очень его любим. Знаете, такой чувствуется прям объединение всех и вся. Вот прям приятно даже пройти по городу. И родину прям обожаем и любим всей душой. Это то место, где прогулки совершают семьей. Очень много сегодня людей с колясками, с детками. И самые радостные, конечно, дети. Когда ты им даришь триколор, у них сразу улыбка, счастье. И вообще, вы знаете, наверное, сегодня я обратила внимание, что 99,9% людей счастливы, когда ты им улыбаешься, поздравляешь, они говорят огромное спасибо и вас с праздником. Самарцы брали ленточки не только для себя, но и для друзей, коллег и родственников. Раздавали триколор в этот день не только в областной столице, но и в других городах и селах региона. Днем России возьмите, пожалуйста, ленточки, будете украшать грудь, дом. А еще предлагаем поучаствовать вам в акции «Окна России». Вы наверняка слышали, что каждый житель нашей страны может принять участие в этой акции, повесив на свои окна символику Российской Федерации. В итоге все 5000 ленточек, запланированных к раздаче, оказались у патриотично настроенных горожан. Сергей Кизоркин, Олег Зверев, Николай Сидоров. События.